Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Я Наталья Бюте, и это будет третье видео, которое я хочу посвятить на тему уход для волос. И я буду говорить о этих продуктах, которые я купила в периоде лето-осень, поскольку я некоторых из них сейчас тоже пользуюсь и буду пользоваться. Так, первого бренда Yves Rocher. Поскольку у них есть скидки, есть акции, когда я куплю что-то, в принципе, я иду, хочу, так сказать, душ-гель, как я показывала в предыдущем видео, к нему, потому что у него была там соответственная цена, там сколько лир, да, к нему шел подарок. Но если на этой сумме я что-то другое куплю до там сколько, да, лир, то я смогу купить что-то другое на другая цена, плюс подарки и так далее, и так далее. Можно бесконечно. Но, значит, такой подарок я приобрела по такой скидке и акции в виде концентрированного шампуня. Он еще, знаете, просто я не распечатывала его. Из-за этого я не могу сказать, какие у него свойства, я не пользовалась его. Здесь знак Yves Rocher, я не распечатывала вообще. Так, концентрированный, значит, 100 мл. Можно его применять сколько раз? 30 раз. Для всех типов волос. Для всех волос. Для чаще использования, чаще применения. Ну, поскольку мы знаем, что в Yves Rocher все натуральное или максимально натуральное, да, что мы видим здесь, аква, то есть вода, аммониум лауреосульфат, все-таки он присутствует, кокамидопропилбетаин. Но это гарантирует более мягкое смывное действие и так далее. Пантенол, аргинин, парфюмес, да, лимон экстракт, цитрус, токоферол, витамины, аскорбил, палмитат, аскорбил. Это звучит как аскорбил оксид, то есть как витамин С или что-то производное. Ну, я не могу здесь утверждать, просто так звучит. Ну, I love my planet, я люблю свою планету. Мою планету. Да. Вот такой шампунчик. Следующий продукт. Уксус ополаскиватель. Если следуем, так сказать, дословно, да, перевода. Поскольку я не первый раз пользую уксус как ополаскиватель, я не имею в виду тоже обычный уксус. Но и до этого был у меня уксус опять из Yves Rocher. Там был некий фруктовый уксус. Я была довольна, но просто продукт был очень маленький для моих нужд. Но тем не менее продукт работающий. Это тоже. Здесь содержится экстракт муринга, агаве. Так. Агаве фруктов, также да, также муринга. Как он применяется? То есть после шампуня, когда волосы уже чище, да, шампунь, вода. Вы видите здесь, я понимаю, можно, что это не будет очень хорошо видно, но здесь есть такая мембрана, есть дырочки здесь. Пока мы еще в ванной комнате, мы таким образом слегка давим, да, брызгаем на волосы, брызгаем на волосах, да. Потом опять ополаскиваем, желательно более холодной водой, ну, по крайней мере, я так делаю. И просто здесь блеск, так сказать, гарантирован. Ну, да,
этот продукт мне очень нравится, и свежий запах с одной стороны, как, знаете, ароматерапия, с другой стороны, блеск есть. Я довольна этого продукта, он мне понравился. Да, не сколько раз я использовала, но, знаете, я не каждый раз применяю уксус. Я любитель этой техники, да. Ну как-то я, не знаю, сейчас рука не потянулась. А можно я забыла про него? Странно. Так, нету силикона, не содержит для всех типов волос. Запах мне очень нравится. Очень, очень приятный. Рекомендую. Также я приобрела маски для волос. Так, абсорбирующая маска для грязных волос. Сальных. Грязных. Да, скорее всего, надо применить это слово по-русски. Для грязных волос. Так, да, применяется по-обычному. Оставляет на некоторое время там, пока мы еще в душе, потом ополаскиваем. Все. Следующая маска. Маска крем. Значит, первая маска. Так. Следующая маска. Я не знаю, видно ли вам. Так. Первая очищающая, вторая увлажняющая. Крем-маска 2 в 1 для сухие волосы. То же самый способ применения. Это содержит кокосовое масло. Да, это содержит... Но здесь все закрыто. Этикетку, да? Закрыто. Пока еще не пользовалась, их ничего не могу сказать. Купила две такие масла бренда Husk. Они маленькие, но, конечно, это просто как такой travel вариант. То есть, если вы где-то путешествуете, где-то вам предстоит идти, можно взять такие маленькие с собой, можно носить вообще сумочки, это удобно. Пластиковые. Так, значит, аргановое масло из Марокко. Восстанавливающее масло восстанавливает, делает волосы упругие. Ну, насколько я поняла из описания, также просто слегка, как это oil Марокко там, да, это масло из Марокко, бренда даже Марокко. Также таким образом слегка это применяется для блеск. А другое – кератин. Так. Да. Эффект мягких волос. Да. Обновляющий. Ну, то же самое способ применения. Пока еще их не применяла. Я... Не могу точно сказать, я показала вам или думала показать. Возможно, что я не показывала, но как бы там ни было, я хочу показать. Мне очень нравятся вообще, знаете, эти одноминутные маски синие, в частности, да? Dove, она самая то, которая мне нужна, очень понравилась. И увидела также такая новенькая, для меня это новая маска, да, я уже несколько раз использовала, здесь есть цвет лотоса, также рис, экстракт рис, пахнет просто, куда ее положишь, там и пахнет. Был это шкаф, было где-то в ванной комнате, просто все помещение, вся внутренняя часть, если это шкаф, пахнет, красота,
волосы тоже пахнут. Они такие мягкие, укладываются очень легко. Могу вам порекомендовать. Да, точно одна-три минуты. Рекомендую. А, так, шампунь. Опять взяла очередной раз Skigold премиум шампунь Dainty Meori. Очень нравится, обожаю. Опять бренда Otaja, турецкий бренд, крапива. А, это непревзойденный аромат просто. Очень нравится что-то бутоническое, но в тот же момент есть что-то такое, знаете, острый аромат и очень освежающий и захватывающий в очень положительном так смысле. Очень приятно пользоваться его, просто он как слегка как гелевый, но это не гель. Не знаю, ощущение такое густой, прозрачный, если они не поменяли форму. Я кстати, не приглядывалась в последний раз, когда использовала. Нет, ну, да, грязные до нормальные волосы. Прекрасно. Да, я могу порекомендовать, если вы где-то увидите, это очень классный турецкий продукт. Также купила от бренда Elsef, L'Oreal, извините, но линейки Elsef. Такой двухфазный, он уже превратился в одну фазу, да. Но двухфазный продукт для легкого расчесания и укладки волос. Содержит прокератин, комплекс 5, так далее. Для блестящих волос, для легкого расчесывания и потом укладки, соответственно. Приятно пахнет, как уходовая косметика, вообще как Elsef, как их продукция пахнет. В частности, этого шампуня и так далее, из этого линейки. Это, да, двухфазное средство, как я уже сказала. Очень хорошо справляется со своей задачей, я довольно могу порекомендовать. Так, сказала два серума из Avon, но второй я где-то положила, просто я пока еще его не пользуюсь, я этого серума пользуюсь, но из-за этого я даже где-то, я быстро убиралась и положила, не могу найти сейчас, да, где-то спрятала от себя, так получается, ну как бы там ни было, значит, этот серум, который я не могу найти, это, он был для блеск, а этот, он содержит сюк, шелк, экстракт шелка, да. Очень понравилась эта сыворотка, в первый раз я ее заказываю. Могу смело вам порекомендовать, прекрасное средство. Из бренда Oriflame я заказала из этой линейки профессиональный спрей для блеск. Так, содержит витамин F. Длинный результат 24 часов. Фильтр, да. Для всех фильтр UV, то есть защита от солнца. Не грязная такая, не липкая формула, а для всех типов волос. Если нужно для там прекрасного финиша, да, блеск, как завершение укладки, да, что могу сказать, он уже наполовину флакон, в принципе 100 миллилитров здесь тоже не мой, да. Спрей для волос. Знаете, он
пылать, распыливается, как сказать, как такое странное ощущение, как эти, как дезодорант. Но это даже не сухое. Есть приятный, деликатный аромат, уходовый. Потом он вообще исчезает, и на волосы вы его больше не ощущаете. Но я брызгала, брызгала, и знаете, он не как в других продуктах, которые сразу дают такой ослепительный блеск. То есть невозможно с него переборщить. Но если длинное время так продолжаем, да, возможно. То есть 100 миллилитров, он где-то на половину остался. У меня была такая укладка, да. Вы видите, это не очень большая такая поверхность. Ну, где-то пол флакона ушел. Почти пол флакона, да, где-то пол флакона ушел. Знаете, он дает блеск. Ну, есть еще чего ждать, ожидать и хотеть. Этот блеск недостаточный. Неслепительный. Ну, работающий продукт, но если вы ожидаете более такого гламурного блеска, с этого продукта не будет. Не знаю, это как вы и хотите. Деликатный, невозможно переборщить, он распыливается, я показывала вам как. Он не как спрей Avon, например, да. Там вообще такой ошеломляющий блеск, но там и легко переборщить. А это точно как дезодорант распыливается. То есть, если вы не хотите переборщить, но все-таки хотите обрести эффект блеска, даже натурального блеска, сказала бы я, то тогда берите этот продукт. Он для вас. Ну ладно, я могу сказать, что довольна. Поскольку я не люблю очень агрессивных продуктов, я здесь увидела результат. Ну, если вы хотите что-то больше, чем результат, который можете получить от этого продукта, то берите что-то другое. Я не могу сказать точно, что это на ваш выбор. Ну, деликатный, приятный продукт, легкий. Да, могу порекомендовать. Да, при этих условиях, при том, что я сказала, уже перечислила, могу вам порекомендовать. Да, качественный продукт из Oriflame. Так, один бренд, который стал как открытие для меня. Я показывала вам, что из бренда Дабур я приобрела Алма масло, то масло, которое содержит жасмин и которое более пригодное для применения на светлых волос, обесцвечивание и так далее. Так, Ватика. Производитель тоже Дабур. Но это значит, если у масла производитель, так сказать, значит, давайте так разберемся. Будем говорить производитель Дабур, поскольку это имя производителя. А здесь тоже Дабур. Будем говорить Дабур производитель, бренд данной линейки, соответственно, Алма, чтобы разграничивать их, то масло, которое вам показывала, и, соответственно, здесь Ватика. Кстати, я заказала еще несколько продуктов, но пока еще ничего не буду говорить, так как я еще не приобрела их, я не пользовалась. Что могу сказать об этих продуктах? Так, начнем с этот продукт. Что это? Так, мы видим, что это как маска, как бальзам. Но мы видим здесь oil replacement, то есть масло, так сказать, буквально заменитель. То есть якобы может заменить такая терапия в маслах. Поскольку здесь есть экстракт кактус, чеснок,
Гиргир. Так, гиргир, я не могу точно сказать, что это, но вы можете увидеть их. Чеснок, кактус, и это должно быть гиргир. Поскольку там есть капли воды, я не могу точно увидеть. Не могу точно даже распознать, что за... Не знаю, что тут там, что это. Но конкретно этот продукт, он целенаправлен на борьбы с проблемой, а если у вас, так сказать, если, ну, в таких сезонах, как весной, как осенью, часто случается, что волосы такие, знаете, они либо ломаются, либо просто падают, и да, чтобы закрепить их, в смысле, чтобы усилить и вообще, чтобы прекратить процесс выпадания волос. Как этот продукт применяется? Значит, массажируем, заметьте, скальп, и потом по длину разнашиваем, да? И оставляем все это, значит, массажируем 2-3 минуты. 2-3 где-то, да? Потом оставляем слегка, разносим до кончиков. Потом ополаскиваем, и это все. Этот продукт я пользовалась один раз. Могу сказать, что очень заметная разница есть насчет выпадения волос. Есть аромат. Знаете, из этой линейки аромат остается на волос. По крайней мере, эти два продукта. Как-то я ощущаю что-то. Сейчас из тубы как будто чеснок. Я не знаю, то ли психологическое, потому что я знаю, что он присутствует. Но когда я мыла волосы в душе, когда массажировала, я поласкивала потом, мне, скорее всего, казалось, что пахнет как что-то цитрусовое. Кактус ощущался, да. Это зеленое... зелень, так сказать. Это зеленая штучка растения, да, а там оно тоже ощущало что-то свежее, приятное, но было что-то такое острее, но, скорее всего, в сочетании с других ингредиентов оно у меня создавало впечатление как что-то натуральное, якобы цитрусовое. Но вы никак не пахнете потом чеснока. Нет, абсолютно. Есть что-то такое, как луксовое, знаете, так аромат превращается, обращается, не знаю, как сказать, что очень, очень приятный аромат. Комбинация – это очень приятная. Я думаю, что стоит попробовать, и очень успешный продукт этот является. Очень, да. Значит, кактус, он помогает контролировать выпадение волос, чеснок ревитализирует и обновляет волос, передает им гладкость и щелковитость. Гиргир, он дает увлажнение по всей длине ваших волос. Здесь все написано. Очень подробное описание есть. Мне это нравится. Счет ингредиентный лист, он настолько маленький, шрифт там просто, я не знаю, вы что-либо там увидите или нет. Скорее всего, ничего не увидите. Для меня это открытие, это очень успешный продукт, мне понравился. Я могу вам порекомендовать. Следующий продукт. Это просто... На первое место, значит, интенсивное увлажнение поврежденных и волос, которые, такие волосы, которые запутываются, содержит яйца, мед, касторовое масло, мэру, так, я не могу точно перевести, поскольку я забыла перевод, значит, это маска укрепляющая. Она дана как hot oil treatment, то есть масляная терапия, но
теплое масло, то есть надо затоплить скальп как-то, то есть после нанесения. Так, на первое место, если вы точно этой маски хотите, надо задать вам вопрос, а вы ответите сами себе. Вам нравятся восточные сильные запахи, которые потом очень сильно остаются на ваших волосах? Потом весь дом будет в этот аромат окутан. Знаете, по интенсивности, по сладости, по концентрации масел в этот аромат. Аромат этой маски может сравниться по избранных качеств только, да? Может сравниться с интенсивностью аромата Лулу Кошарел. Сказать бы, что такое здесь, здесь маска, там парфюм. Я сказала точно по интенсивности, по сбор ароматов натуральных масел, которые там сконцентрированы. Это сладость восточная такая, сильная. Все это не идентичен аромат один в один, но просто типаж такой. Да, просто берите это на заметку. Этот аромат остается. Значит, я очищаю волосы где-то. Значит, я очищаю волосы где-то 2, максимум 3 дня. И когда я применила эту маску, и когда я применила эту маску, этот запах я ощущала от себя весь день. Притом такой интенсивный. Знаете, это как парфюм, это приятно. Это просто держит волосы как чистые, напарфюмированные, такие ухоженные. Очень интересное ощущение. Но давайте скажем сейчас, хочу сказать о применении этой маски. Так, как обычно мы наносим шампунь, потом ополаскиваем, потом подсушиваем слегка-слегка и наносим эту маску. От скальпа с легкого массажа до кончиков. Потом окутываем в найлон и теплое полотенце. Держим 10-15 минут. Я держала 20 минут. Да. Потом смывается. И потом такой аромат идет. И он остается с вами просто как будто навсегда. Потом он идет за вами, идет, и на следующий день. И потом вы просыпаетесь с утра. Аромат своих волос. Сладкий, восточный. Такой даже можно одурманить кого-то, я не знаю. Это очень может быть. Очень сильный. Просто когда я приобрела с почтой этой маски, я открыла пакетик. Это пахло. Это и сейчас пахнет, и вообще, где я оставлю ее. Это термоядерное оружие просто. Она очень густая. Просто здесь концентрация. Знаете, она как майонеза. Густая такая. Здесь на этот цвет, как фон, возможно, будет более заметно. Здесь небольшой контраст есть. Ну, желтое, слегка оранжевое. Волосы потом шикарные, мягкие. Вообще, как будто у вас другой волос. Гладкий. Очень хорошо можно причесать их. Это, не знаю, для меня это открытие. Но опять я вам говорю, такого рода аромата все-таки это на любителя. Не каждый может такой аромат, ну как сказать, это не по вкусу каждому. Этот аромат неплохой, но просто он очень восточный. У меня были такие восточные палочки от тех палочек, которые мы сжигаем. Такие благовония, палочки благовония, да?
Не могу вспомнить точно их имя, но это был настолько сладкий аромат, просто убойно сладкий. Один из самых сладких ароматов, которые когда-либо вообще ощущала. Что-то такое. Но, значит, насколько я понимаю, данный продукт, а возможно и всю эту линейку, поскольку другие они были произведены в Индии, этот продукт, он произведен в Эмиратах. Да, в Эмиратах. И этот продукт тоже Дубай. В Эмиратах. Ну, продукт классный, он делает то, что на что претендирует, да, то, что заявляет. Ох, аромат. Все-таки на любителя. Так, из этой линейки есть также стилизирующий гель, есть также маска майонеза, несколько видов, есть шампуни, есть масло. Ну, я советую вам, если вы любитель восточных таких штучек, восточной косметики. Ну, наберите в Google или заходите на сайт, найдите, заходите на сайт Dabur, да, этой компании, и просто наберите там Ватика и поинтересуйтесь более подробно, чтобы приобрести информацию из колодца, так сказать, источника, колодец информации, да, первоисточника, где производится. Возможно, что также часть этой линейки производится в Индии, я не знаю. Возможно, это точно для восточного маркета. Но хотя бы они продают их везде. Я увидела, даже в Болгарии увидела. Здесь тоже продаются. Знаете, это классные продукты. Они, правда, работающие, но все-таки специально этого продукта все-таки надо выдержать этот аромат. Надо... Как сказать, он очень сильный. Если вы любитель, то это вас даже порадует. Мне понравился аромат, даже я дала подруге попробовать. Она была в восторге, тоже заказала. Так, ну, я рекомендую Ватик. Но при этих условиях, которые я вам перечислила. Итак, друзья мои, благодарю и гостям моего канала, соответственно, да. Благодарю для ваше внимание. Даже если вы приобрели что-то из Ватики или после этого хотите приобрести и приобретете, да, напишите, обязательно напишите, что вы думаете. Даже если это тот же самый продукт. Мне очень интересно услышать ваше мнение, ваши ощущения, впечатления. Правда, это такой аромат. Первый раз я такое встречаю. Да, если это пахнет, ну это мы знаем, лотос, уходовая косметика, да, сильно пахнет, остается. Но это вообще другое, это такая восточная гурманика, ну, возможно, что здесь, ну да, есть и мед. Мед очень сильно пахнет. Но это все-таки не только мед. Что-то другое здесь есть. Не знаю, такой восточный, очень насыщенный, сильный парфюм, который... остается потом, остается с вами и на следующий, и на следующий, и на последующий день вообще. Ну, красота, восточная сказка, так сказать. Так, я желаю вам приятной, интересной осень также, уже осень, да? И увидимся в моем следующем видео. Всего вам доброго!